Привет всем, дорогие друзья, с вами снова GTA 5 онлайн. И... Так, я, соответственно, Красный Дракон, как бы так. Ну и мой помощник по ведении этого видео. Куда ты убежал? Давай, поздоровайся-то хоть со зрителями. Да, что-то как-то это... Да. Привет всем. Красавица девушка, ну, в облике девушка, а внутри-то там... Пацан. Легионер. Вот так вот. Просто, кратко и лаконично. Так, что мы сегодня делать-то будем? Объясняй. Прокачивать тачечку нашу. Бигфутик сделаем. Вот эту, что ли? Конечно, это. Ладно. Так, сейчас сделаю вид от первого лица. Ничего себе у тебя колени. Офигеть, что там... Так, ну надо бы еще бы доехать. Да, ты где? На права-то учился? Где сдавал? GTA учился водить. Так, здесь мне как лучше? Наверное, от верхнего лица, да, сделать вот так, чтобы видеть нормально. Ну, вроде. Модерайзинг. Что ты тут делать-то будешь? Что ты тут вообще собрался-то делать? Так, модификация. Поднимитесь над землей на высоком хребте. Крутить-то ее, оказывается, не могу. О! О, ничего себе, да ладно! 800 косарей на прокачку. То есть вот это полностью в полном фарше, да? Угу. Ничего себе у тебя. Так, что тут можно поставить? Турбо на... Настройки двигателя, тогда это все поставим. Тормоза на прокачку. Броня 50 косарей. 694. Как нам хватит. Тут глушаки. Прям тебя тут видно из-под исподней. О! Капот для усилителя тоже поставим. Ничего клаксон. Себе. Так, это потом по времени. Салон, обивка. Дизайн обивки. Сейчас цвет сначала поставим, чтобы как-то это... Так, красненькая есть, беленькая, оранженькая, желтая, во. А цвет какой будешь? Ты бы сначала цвет, наверное, затюнил, а потом уже внутрянку бы смотрел. О, желтый. Ну, у меня идея появилась. Это лаймовый? Да-да-да. Так, что-то здесь сиденья с биксером какие-то. Даже не знаю, что ставить. Но как-то вот это больше нравится. Так, украшения. Так, фигурки не нужны пока что. Во, приборы. Ага, я вижу. Так, что тут есть-то? Такое мощненькое. Ну, он fire show. Языки ну, пламени. Такое пламя будет. Руль, да еще. Рули. Ну нихера здесь у Бенни. Ты говори, сколько все это по стоимости-то влетает тебе в копеечки какие? Ну было 800 с чем-то косарей, сейчас 624 осталось. Хо. Ну, 200 пока потратил, да? Ну да. Ну, пока ничего, нифига себе, вот цепи. Так, а цепь как-то прикольно, цепи да? Цепи поставишь и будешь призрачным гонщиком, но он же спортивный руль. Ну. Руль-то спортивный. Так, рычаги. Ох ты, да ладно вообще. О, чека. Дёрни. Гранатка. Одноглазый Джо. Ну. О, микрофон это чисто для стримера, да? Это уже цилиндр. Так, что-то как-то это, во. Король. Да, вот так вот оставь вообще по приколу. Так, таблички. Ага, она же еще светится, да, по-моему? Да, 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 здесь неоновые можно поставить. А-а-а. Вот неоновая. Сейчас неоновая что-нибудь. Что-то забабашим. Как-то это бликует от твоего белого фона. Ну вот сейчас вот это все поменяем мы. Не, вот так вот, да то что-то сливается. Магнетик. Магнетик. Мультимедийная система. Динамики.
цвет панелей. Так, что тут у нас есть? Прикольно. Красненькое может поставить. Столько всяких наворотов. И стоит по факту-то не так дорого. Ну да. Просто зачем она тебе нужна? То есть в гонках не поучаствуешь. Да, так ради прикола. На перестрелках не поездишь. Так вот просто, да? Ну да. На пати приехал такой. На пати завалился. А, телочек можно снимать ночью. Ночных бабочек. Там любой тебе даст вообще бесплатно. Пока они лезут. Там тупо подъехал и все, и сразу они запрыгивают штабелями. Неоновые наборы даже есть. Смотри, машина по сути двухместная, да? А ну сзади да. Еще лежачая. О, нифига себе, черри пупер. Mm-hmm. Да ладно, писо. Ты озвучивай давай, сколько вот это все стоит, ты-то цены видишь. Мы-то только так, видим, ну что... Вот это... 22 800 стоит, вот это 23 370. Метеорит, во, прикольно так-то. Ага, метеорит. 23 999. 24 тысячи это стоит. Ага. Так, это 25. Нихера. И все, да? Ну, это 34, это 45. То есть это, как называются они, заказные, краска. Да? Заказная краска. Так, ну что бы такое? Можешь, да, там ее покрасить также в любой цвет. Конечно. Но... Так, ну вот этот что-то мне как-то больше нравится. Угу. Ну да, с таким вращением прикольным. А что там еще оттенки? Наверное, знаки. А, давай-ка свой. Ну это не надо пока что. А что? Так, сейчас. У тебя же свой номер. Номерной знак. Конечно, есть вот, вот он. Вот, в черный цвет и вот тюнь. Так, а что-то его нельзя. Сейчас номерные знаки. Во. Вот, все, вообще. Отлично. Прикольно. Так, окраска. Основной цвет. Ну-ка, матовый попробуем. О-о-о. Вот так вообще шикарно. Ну, в смысле то, что вот остаток. Как бы это, как он, той покраски, и еще здесь можешь дополнительно что-нибудь там заваять. Ну да. Так, цвет банды не тот. Хромированный. У тебя хромированный уже можно, что ли? Ты выиграл все гонки? Нет. Нет. Он еще не наступил. Во, вот так вообще прикольно. Ага. А, там же есть вот эти, да, с переливом. То есть ты должен там сначала матовый или какой-то металлический, а потом с переливом воткнуть. Давай сделай так. Ну сейчас посмотрим, а там какой надо, перламутровый. Да, перламутровый. Я его сейчас могу поставить. С переливом ставишь. Сейчас что я придумаю. Давай. Вот у меня так это зинпорно раскрашено. То есть, ребята, вот те, кто, если вы не знаете, например, как вот сделать там. Посмотрите внимательно, где-то должно быть. Если вы хотите с переливом, кликайте на нее, и там будет вам написано, что сначала покрасьте ее там в какой? Ты сейчас смотришь. Металлик. Вот, в металлик. А можно классический? Вам будет доступно сделать с переливом. Так, вот. Что-то я запутался. Все прикольно. Ага. Ну, что-то так... Так не видно перелив. Там еще второй цвет ты можешь добавить, которым будет переливаться. Это сейчас пока что без перелива, но сейчас я его организую. Просто. Так, ну ладно, то есть так, это основной, когда да, будет. Цвет ты сейчас выбрал? Вот так, вот теперь перламутровый. Вот, перламутровый. Да, вот. После металлического цвета выбирайте перламутровый. И... А, нет, это у тебя дополнительно, видишь, у тебя окно. Рама красится. Нет, именно перламутровый. А почему только оконная рама красится? Нет. Если присмотреться на капот, то он тоже будет. Да? Ну-ка давай. Да. Ага, да, вот сейчас вижу. Ага, вот эти блеклости.
Только что-то как слабенько, слышь. А, он на солнце же должен отплевать вторым цветом. Да, да, на солнце, на солнце. Понятно. То есть вот по раме видно, то есть каким он цветом сейчас вот, а все остальное будет перелив от солнца. О, ярко-зеленый. Так, дополнительный свет. Это что, у нас крыша? Тоже металлик тогда. Так, что-то как-то... Во! Ага, красненько. Типа так, красненько. Ага. Такой плавный переход был. Был плавный. Еще и задний салон, да, меняется. Да-да-да-да. Так, вот желтый. Гоночный желтый. Ну так как-то нормально, да? А че он еще прыгает, да? У тебя тоже же, по-моему, на подвеске. Да должна, по идее. Он как лоурайдер же. Цвет обивки. А? Да, да, как лоурайдер. Конечно, нифига себе, он под капотом какие-то, вообще под кузовом. Гидравлики стоят. О, фиолетовая вообще мощно, да? Ага, да-да. Фиолетовая. Шикарно так. Во. Так, от первого лица. Чуть голубенькая. Вот так вообще как-то. Так вроде ничего. Так. Сейчас придумаем что-нибудь. Желтый. У меня лаймовый есть. Эмблема банды. Ну, давай, эмблема. Как-то не вписывается как-то. А где она? А, вот это. На дверях. 4 G4. Да-да-да-да-да. Да, что-то она. Все портит. У меня на Рунере 2000 почему-то на капоте. И чуть она сдвинута к пассажиру. То есть не по центру, а вот именно если вот так смотреть, то она получается на капоте с правой стороны. Смотри-ка, заказная крыша. Это без стекол, типа, а это со стеклами. Да-да. Ну вот как у меня на Рунере 2000. Ну вот так тогда. Ага, да. Как в самолете. Так, трансмиссия 40 тысяч. Прямым попаданием снайпера аж две головы. Багажник. Во, вот это вот мощно. Ага. Сабы. Угу. Че, сколько че стоит? Вот эти 39 стоят, эти 38, эти 37, 35, 33, 31, 29. Тоже так ничего. А тачка тебе за сколько досталась? Или ты ее с улицы достал? Я за 36 купил. Ага. На дух что есть. Виллард. Так, колесики. Казной от Бенни. Колесам посмотрим, что у нее. Ничего себе, какие-то диски. О, 103 тысячи стоят. Чуси. Диски. А, ты сейчас лоурайдерские смотришь? Нет, нет, заказные от Бенни. Просто вот эти доллары были только в лоурайдере. Видимо, их сюда впихнули как-то. Ага. Скоммунизили, так сказать, конструкцию. Читаки перенесли, да, с одного магазина в другой. Ну, так, вот это Беннис уже, оригинал. А, вот это вообще, нифига себе. Во. Прикольная. Стоит недешево. Сколько? Эти 71 стоят. Да. Ого, это вообще лютая тема. Сурикены какие-то. Во. Угу. Все они стоят от 55 тысяч до сотни. Печально. Ну, они и стоят этого. Ну, то есть ты-то решил, что,
запижониться. Так вот, тебе но... дают шанс по полной, короче, оттянуться на минус карман. Так, спорт. Спорт, интересно, подойдут сюда? О! Подойдут, туда все идет. Ну, вообще люто. Там даже, по-моему, от вездехода можешь засунуть, и они хорошо встанут. От вездехода? Серьезно? Да. Подожди, подожди. У них вот и покрышки, видишь, какие брутальные становятся. Ну, это такая получится машина не для понтов, а для гор. Ну, так... Понты, они это? Она что, в гонках участвует, интересно? Да, ее тоже можно в гонках. Так, мне вот эти как-то понравились колесики. Ну, смотри, что, дело хозяйское. О, они еще и переливаются, вот здесь вот у меня вот видно. Да. Это, вот этими треугольничками, как кристаллы. Алмазик. Так, все, их купил тогда? Каким-то этим. Потом на видео посмотришь, колеса он как-то... перелив, или это просто текстуры так наклались, непонятно. Вот желтый, я по-любому желтый ставить. Так, что-то я далеко ушел. Вот так вот нормально вообще. Еще о, подсветка, да? Тебе бабок-то хватит? 280, тогда тысяча осталось. Ну сейчас посмотрим. В принципе, да, дизайн шин. Нижнюю подсветку, во. Смотри, подсветку смотри внимательно. Закатай. О, еще тут заказные покрышки, да? Так, ну мне вот эти как-то понравились. Ага. Да, контраст вообще офигенный. Ну то есть по этому. 15 тысяч. Нормально, все. Теперь тебе подсветочку только в зеленый сделать, дым и вообще будет. Или красный. Так, желтый дым. Сейчас все будет так. Тонировка. Ну так вообще, слушай, да, прикольно. Ага, хорошо. Передние нормально так видно, только боковые. Так, что я хотел? А, неоновая подсветка, где она? Фары. Так, у меня есть неоновые наборы. Расположение трубок все. Цвет неона. Так, банда не то. Лайм. Что-то как-то не видно, да? Я вообще не вижу. Ну, вот, а, вот. Вот я вижу, короче, по этим по рессорам, ну как, не рессоры, а вот эти, которые. Да, понял. Пружины. Так, ну вот смотри, было 800 с чем-то тысяч, осталось 187. Нифига себе. То есть 7. То есть надо 600-700 косарей на прокачку. Да-да. Ну, зато что получаем-то? Мы получаем офигенную тачку. Сейчас проездим, да, на ней, посмотрим, что за фигня. Да. Сейчас так, я проезжу, потом ты. Да, там что-то оценим. Держать на А и левым джойстиком. Во, поднимайся. Смотри. Обрати внимание. О, нифига себе, ага, вижу. Ничего себе. То есть она там, в принципе, может как по горам, по долам, так и... Сейчас потестим, посмотрим. Да, давай. От первого лица попробуй, посмотри-ка. Сейчас. Ага. О, ничего. Черепочек такой. Переключалка. Ну, я думаю, ты у нас ютубер, так что давай-ка ты у нас смотри тачку. А чё я-то? О, нифига себе, цепи сразу, короче, мне в руки. Мне в руки чё попало? Не попало ли в руки цепи? Так, а переключение, ну-ка. А он не переключает, да? А, плохо. А то бы еще анимация была, да, переключение этих скоростей, такой чпок-чпок. Да, вообще прикольно было бы. Так, ну, мы так от первого лица покатались. Так, а что, как здесь поднимать? То есть надо держать А, да, по-моему? Надо зажать... А, ты на геймпаде, да? Да. А на геймпаде я не знаю как. Ну, тут А, нифига, гидравлика. Гидравлика-то работает вообще хорошо. Так, а как спустить теперь ее? Кривобокая. Машина-убийца просто. Ага. Так. Теперь как это все в нормальное место поставить-то? Ага, вот. Думай. Выравниваем. То есть, нифига у нее задержка.
Чуть-чуть задержка у нее есть. Да, вроде. Нифига она с места рвет-то. Она просто феноменальная какая-то. И дрифтит, и юзает. Ну, сейчас это. Так, давай. Зверь. Садись на место свое. Законное. Ты куда? А мы сейчас поедем с тобой по горам. Я просто буду это все показывать в кинематографической камере вот так. Так, сейчас я поставлю активацию голоса голосом. Это у меня на кнопочку. Давай, давай. Ну так монстрячий такой весь выглядит. Так, все сделал, поехали. Прокатимся с ветерком. А. Так, я думаю, лучше поднять. Во. Бигфут. Точно. А когда она поднята, она что-то помедленнее едет. А, ну у нее, значит, есть это. Или проходимость, или скорость, да? Да, да, да. Наверное, так она рассчитана. А в горку она вообще не едет. Так, я думаю, может передок ей поднять. Так, я что-то забыл, как его там поднять-то. А, во. Все, отлично. Я как-то сомневаюсь, что мы в гору заедем на ней. Почему? Ну вот, первое давай испытание. Испытаем. Ну, не в эту, конечно. Первое испытание. Ну, в эту сейчас, точно. Сейчас. Да, подожди. Не-не-не. Ну да, в эту как-то у нас не сложится. Это вообще... Так, ладно. Надо вообще по горам просто поехать, найти нормальные горы. Где они у нас есть? Вот. Да у нас их полно кругом, но вот просто далеко ехать. Можно вот сюда вот даже, наверное. Ну давай, сейчас доедем. Посмотрим, испытаем. На таком вездеходике. Да, он смотрится... Так, ну куда он на встречку поехал? Он смотрится что-то с чем-то. Интересно, сколько ремонт за него будет. Ой, беда. Так, ну вот здесь мы ускоряться начали под горочку. Ну колесики так вертятся эти. Щитки. Вроде едем. Пока что. Вот здесь вот сейчас ты это испытаешь его на управление. Влево, но... вправо. Не-не-не-не-не, я уже что-то накатался. Ты у нас ютубер, поэтому ты у нас сейчас будешь на ней ехать. Показывай все прелести этой тачки. Прелести этой тачки, как можно показать? Прелести этой но тачки. Сейчас. Надо ее купить и ездить на ней. Тоже верно. Так, ну вот здесь самые веселые горы начинаются, вот, так давай, что давай. Вот здесь вот сейчас. Ага. Ты даже так, да? Предоставляешь мне разбить тачку, чтобы я платил за нее. Понятно. Конечно. Так, ладно. Ну, так она это. Ну, ездит она как обычно. Подвеска работает, рессорию вроде пружинит. Юху! О, пружинит, все отлично. А? Но заехать мы не заедем. Ну, сейчас попытаемся. С разгона, там еще откуда-нибудь. Нет, тащит. Уху! Тащит, тащит. В полете. Так, так, так. Разгон, толчок, прыжок, летим, дружок. Так, ну все, здесь она обиделась и да. Не захотела поехать. Сейчас мы ее дальше. Нет, она нормально так прет. Ну да, вроде едет. У тебя что там двигатель на мощь? Да, 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 он мне полностью прокачан. Да, да, да. Все полностью прокачано. Ага.
Ну, кроме этого, моторного отсека, там вот декор. Но он не нужен. Декор на езду не влияет, как говорится. Ну, он тем более под капотом, там его не видно. Но если только открыть капот там. Не, так ничего она. Бигфутик. Как бы. Вроде едет. Ну, по-моему, гидравлика все-таки мешает как-то прыгать, по-моему. А интересно, что будет с рампой? По прыжкам на вот рампе. Это да. Это что-то интересно как-то. Есть же в аэропорту вот эти, да? Может, с них попробовать попрыгать, посмотреть? Ну, можно испытать. В аэропорту. Так. Что там, далеко, наверное, ехать, да? Да, давай. Вроде. Сейчас поставь метку и поехали в аэропорт. Попробуем сигануть парочку раз. Там сейчас же одна, доедем. Одна же стоит на здании парковочное, да, вот прям. А да, вторая да, 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 просто да. В точку должна улететь. Mm-hmm. Давай вот и оттуда, я отсюда, короче, попрыгаем. Так, там 5 километров ехать, ну ничего, пока понаслаждаемся. Поездочкой. Она такая желто-зеленая, прям. Такая природная, цвет. Короче. Прям Гринпис. Гринпис отдыхает. Всех любителей за чистоту свежего воздуха и природы. Вот. Тачка с раскрасами. Так, ну она как лоурайдер не прыгает, она только опускается. Ага. Пневмой. Но у нее это все-таки должны режимы срабатывать. Насколько ну да, надо было они проверить? Отлично работают. Нифига у нее колеса как это. Они, ты вот поворачиваешь и колеса кренятся. С ума а это у меня сейчас гидравлика на бок была поставлена. А, поэтому. Я думал, но... это из-за поворота она. Во. Так, считай, я куда-то не туда. Срабатывают. Ну да, во. Да. Отлично. Как будто это пневма отказала на левой стороне. То есть этим можно еще и помогать себе входить в крутые повороты. Но просто надо хорошо уметь пользоваться. Это, кстати, работает. Да-да, этими вещами. Угу. Так, ну вот почти доехали, 2 километра осталось. Ага. Ну так, ничего, да, на дорогу держит. Едем. Так, сейчас посмотрим кое-что. А нет, я там, ну, почти вижу, что там, где-то 100 километров, да, мы едем. Сейчас. Нет, да, больше. Да. 80. Там что-то спидометры показывают. Что-то непонятно. Больно так. Тахометры. Спидометры. Надо цвет будет поменять. Да что-то вообще как-то не видно. Ну, вроде едем. Цвет в салоне? Да, в салоне. Да. Желтенький какой-то. Более розовенький надо. Под твою эту. Персонаж. Более розовенький. Так, я надеюсь, я правильно поехал? Да, вот она, все. Прям. Стой, куда ты? А, ты про эти трамплинчики, да? Да. Так, давай, испытывай тогда. Я на это понаблюдаю. Одна здесь вот сейчас попытаемся запрыгнуть на парковку, а вторая уже там, которая выкидывает нас в точку. Да. Сейчас мы что-нибудь испытаем. Напридумываем. Ага. Так, столбы кто-то понаставил. Надеюсь, ну, мы в них едем. Нормально. Ничего нам не помешает. Все отлично будет. С дрифта даже. Желтый. Mm-hmm. Так. Но не он, не видно. И что-то она... Че? Надо будет подождать ночи, там неоновая подвеска будет видна. Да. Так, слушай, подожди-ка, у меня мысль появилась. Подожди-ка, остановись. Так, что-то у нас там отлетело. Че мне? Так, ладно, это крыло. Крыло, по-моему. Крыло отлетело? Сейчас. Транспорт, двери все откроем. А,
Ну-ну. Тут же, кстати, когда эта музыка включена, она же слышно хорошо, если ты не в тачке. Ага. Ну, давай-ка проверим, подожди. Музыка выключена изначально, поэтому мы сейчас музыку не услышим. Не-не-не-не, мы сейчас услышим. А, или у тебя в настройках она выключена? Да, у меня в настройках, я музыку полностью вырубил. Ну тогда беда. Так, ну ладно, я тебя здесь с водительского места прогнал случайно. Позади моего. Так, что, еще раз отсюда его попробуем и поехали на ту, да, точку. Ну да. Еще прыгнем, посмотрим. Так. Ну так ничего. Ничего такого. Кроме шика, блеска. Ну я говорю, если вот, ребят, у вас дофига бабок вон как у легионера, то пожалуйста, вот чем бы, как говорится, дитя не тешилось. А GTA 5 онлайн вам в этом поможет. Это точно. Спустить ваши ловешки. Так, разгоняемся. Ну, сейчас умудримся, нет? Залететь. Летим, 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 летим. Парковку. Ох, что-то я ее. Ах, расканал. Почти, 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 почти. Ну. Так, так, так. Тачка упала, встать не может. Вот, вот, пьяная тачка. Бачком, валим бачком. А у нас все пучком. Так. А на эту мы поедем с той стороны. Сейчас разгонимся. Полетим в точку. Так, я уже походу понял. Че? На этот трамплинчик, да? Или а, на другой? Да, да, на этот. А, все, все, все вижу. Этот трамплин сейчас разгоним. Что-то у него это, все-таки скорости как бы не хватает. Уиху! Ну да. Ой-ой-ой. Опа. А тут такими-то колесами надо это. Да. Ну, мне тут все каскадерские прыжки выполнены, поэтому и не засчиталось ничего. А интересно, мы можем по тачкам ехать, как на реальном Бигфузе? Подними-ка подвеску и давай попробуем. Давай это прокатись, можешь сейчас попрыгать. Ну да, проходимость-то проверить-то надо все равно, потому что нифига себе с такими колесами и таким, как он называется, просветом, он просто обязан вот через эти кусты даже проезжать. Ну-ка давай-ка вот через эти кусты. Ну-ка сейчас, аккуратненько. Да. Нет, надо было все-таки со скоростью. Потому что простая машина. Обиделась. Она... О, нифига себе! Во-во-во-во-во-во, проехали, проехали. Застревает. Да, 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 да. Так что. О, еще раз заехали. Проходимость-то в разы. Так, лучше. У меня появилась идея. Ага. Кто будет, если наперед этой тачки проехать? По капоту. Сейчас все будет. Да, 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 да. Ну, разверни. Сейчас я, короче, так. А, разбил прям, стекло. Давай, знал. Это прямо поставь. Да, 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 да. Чуть не вот верю, что я и хочу. Заедет. Ну, нормально сейчас. Давай, давай. Я здесь как свидетель посижу в ней. Сейчас развернемся. Правда. Главное, подними подвеску. О. Такой монстр. Вообще. Так, ну я. Ох ты! Вообще, ей походу реально там. Ну-ка вот так. Нет. Так ей не разгончик. Она не хочет. Да, сейчас с разгончиком назад. Нет. Вот нет, на морду еще хочет. Заезжает, а на багажный отсек уже никак. Но морду, да, она поменьше. Раз так, это я одним колесом заезжал, а двумя не. Улетел. Нет, у нее проходимость вообще шикарная. Вон она перелетает через все эти кусты, как за здрасте. Ну да. Простая машина просто в нее носом тюкается и ничего сделать не может. Это точно. Вообще хорошо. Так, у меня одна покрышка уже разбилась. Давай, садись. Лопнула, точнее. А, ты во. Занижаешь. Ты дрифт-кар. Занижаешь машину, да? Ну. Она дрифтит, кстати. Специально для дрифта. Ну. Дрифтомайзинг. Так, ну и так, в конце я все-таки предлагаю мне ее разбить до конца, чтобы потом уже посмотреть, сколько с меня бабок
заберут, потому что все равно большую часть я покоцал. У меня там, ну, конечно, да, всего 8600. Я не знаю, хватит, не хватит этих денег. Ну, сейчас посмотрим. Ну, так, меня же минуса все-таки тогда... не должны угнать. Так, я тогда поеду на всякий случай на другом транспортном средстве, чтобы не умереть. А ты куда собрался? А я за тобой поеду. Как телохранитель. Куда едем? Не знаю. Так, ну, не знаю, давай, может, попрыгаем здесь еще. Делай с ней, что хочешь. Делай с ней, что хочешь, да? Она твоя. На несколько минут. Так, ладно, сейчас еще, значит, сделаем крутой пике. Потом сделаем круг и попытаемся все-таки запрыгнуть на парковочную крышу. Ну и посмотрим там. Короче, вся веселуха только начинается. Так, ну, с поднятыми колесами все равно у него разгон слабенький. Сейчас мы попробуем еще отпустить их. Не-не. Ох ты. Ты меня задел, нет? Да-да-да, вроде. Задел. Так. Так, что-то я тебя перевернул, смотрю. Где она? Где она? Ну, ну, крутись, крутись. Не понял. Походу тачка обиделась. Ага, что-то она. Она в текстурах. Во! О, по-русски помог. В текстурах она в травянистых застряла. Крыло оторвалось. Уже? Или только? Ну. Сейчас я попробую занизить ее и еще раз разогнать. Потому что все-таки у нее, когда она высоко стоит, на проходимость, у нее скорости нету, как соответственно. Ну да. Так. О, зато как там типа полный привод все дела. Так, теперь как ее. Так, нет, ну, надо ее отпустить. Ну так нормально. Вот, вот, вот. Вот я уже подсветочку вижу, кстати. А, да, ага. Начинает темнеть. Так, ну погнали. Да, вот так скорости больше. Между прочим-то. Полетели. Так, что-то меня раскрутило как-то. Так, скорости намного больше, в два раза. Прям она и такая динамичная становится. Вот поездишь, когда на высоком-то просвете, и потом уже вот садишься. Ага. Все только Бенни не придумает с тачками, да? Ага. Ну, говорит же там то, что он там сидит на каких-то этих, да, таблеточках. Это нисколько не мешает ему, как бы, это колдовать над машинами. Но йоу, блин, прям улетели. Так, ну попробую сейчас тогда с заниженным прыгнуть на крышу парковки. Давай. И я думал, почему-то столб этот рушится. Нет, не рушится. По идее, не должен. Ну, а он же указатель. Светофоры рушатся, а указателя у нас нет. Ноже. Разгон. Нет, не достает он. Не дает. Ага. Ох ты! Надо чуть-чуть брать. Мощности, да, не хватает. Йоху! Ну, мощности нет, тут скорее всего угла наклона. Там здание идет на удаление. Сейчас. Ну, я ее проходил, тут тоже прыжок же был выполнен. Чтоб, знаете, на два колеса-то упасть. Ой, на два колеса. Ну, я на мотоцикле проходил, поэтому мне на два колеса надо было упасть. Ну уже. Ну уже. Нет, не достает. По скорости у нее, да, все-таки немножко. Немножко она как-то не так.
Ну, она и не должна, в принципе, что скоростить-то. Она для красоты, что вот ни у кого, как бы, такой в сессии точно не будет больше. Может, будет у кого-нибудь там. Ох ты, NPC-шки, что-то. В гараже дымится. Йо-хо. Ох, стоять, стоять. Во, я куда запрыгнул. Запрыгнул все-таки? И упал. Так, HD момент, мне кто-то на телефон позвонил. В игре или вживую? Ух ты. Так, ну у нас задача сейчас ее как бы расконоебить и посмотреть, сколько с меня возьмут. Поэтому будем стараться. А, во, еще по той попрыгушке попрыгаем. В аэропорт. Попрыгушки. Рампа. Йо-хо! Это как песня «Только в полете живет человек». Машина уже почти сдувается. Йос. Сейчас мы до ночи так и не дождемся, потому что придет ночь, мы так и не посмотрим подвески, потому что они у нас тупо крякнутся уже. Проходимость, да. Не, не получается на ней запрыгнуть. Не хватает сил, мощей. Вот, настает ночь, мы видим подсветку магнетик, начинает светиться. И, ну и подсветочка снизу, зелененькая. Так, сейчас темноту куда-нибудь. А где тут темнота? Темнота у нас только... Вот. Сабвуферы. Еще, по-моему, подсветка колес. Какая-то существует. А нет, это просто как бы снизу она светит и разделяет машину. Ну да, монстров изваяли. Нет, не долетает. Чуть-чуть вот не хватает. Ох, мы теперь без дверей. Без дверей, но все равно ездит. Ч
Что у нас по дрифту? Дрифтит хорошо. Так, ну чтоб она сдохла, наверное, тут очень долго придется ждать это все дело. Мы ее просто взорвем с вами. Чтобы выплатить легионеру кое-какую денежку. За убитый автотранспорт. Толчок, еще прыжок. Так, ну все, я у аппарата. Хорошо. Ты ее там еще не взорвал? Нет, она что-то сопротивляется очень сильно. Ну, это... Прям сильно. Да, тестим пока ее. То есть проходим тест как на прочность, так и на все остальное. Сейчас здесь подсветки стали, короче, вот этот магнетик плюс сабвуферы. То, что здесь сейчас нету, ничего нету, короче. Она вся прям на виду такая. Сейчас тебе подъеду. И пофиг, почему ездить по кустам или вообще. То есть вот смотри, магнетик светится, да, тоже красным. Их, по-моему, можно менять. Видишь, так, да? так, подожди, постой, подожди-ка сейчас. Так, откроем-ка все двери. А все, а двери-то нет. Одна единственная. Теперь нет. Это сейчас почти рамбаги, да? Ну. Еще ей вперед клюв нарисовать. Вообще отлично было бы. Я здесь на какой-то дамской тачке езжу. Надо бы какой-нибудь другой транспорт. Да я не знаю, на парковке. Ну, не твоя, да? А то я думал, нифига себе ты это. Да не-не-не-не. Куда мне до такой элиты-то? А вдруг? Так, на меня копы согрелись. За что? А, ты же ее украл. А тут да сейчас я другую. Ночной патруль выходит, и вот он тебя это сейчас будет прессинговать. Так, ну что тут еще можно сделать-то? Кроме того, что попрыгать-то мы уже попрыгали. Взорвать. Ну и все, осталась последняя вещь, да, то есть ее заминировать и поехать куда-нибудь. Ну да. А, давай, короче, минируем ее. Заходи ко мне. Потом выпрыгиваем в полете. И я, короче, ее взрываю. Так. Ну давай. Кинь. Или ты давай.
Блин. Не-не-не-не-не-не-не. Мне потому что придется платить. Точно, точно, сейчас, погоди, я тогда. Так, бомба липучка. Так, уйди с моего места. Так. На меня мусора согрелись. Все, так они и на меня уже. Из-за тебя. О, ты дала, это кто? Так, все. Так, сейчас, короче, прыгаем. Сразу же выходим. И но... я взрываю. Да ладно, вы чё? Так, бля... копы? Чё за... чё за вообще? Творится здесь? Ай, господи. Я вообще-то... нет, я должен, должен. Так, приготовься. Давай. Сейчас, сейчас, сейчас. Давай, взрывай. Йоху! Выпрыгиваем. Бам. Вот это мощно было. Блин, я даже не посмотрел, куда, камеру не успел повернуть. Влево, вправо. Так, ладно. Это хорошо. А где минус моих денег? У меня было 8000, сейчас у меня 9100. Прикольно. Вот так вот. Че у тебя там Мэривозер говорит? Да я не знаю, что-то позвонил мне, сказал, что, его что транспортное средство якобы уничтожено, вам начислят или не начислят. Она у тебя, да, как, что-то в гараже ставится? Типа этого я брал. Или... да, в гараже. А-а-а. Тогда я даже не знаю, что за это. Так, ну чё, тогда пошли сейчас экспериментировать с моей, а чё там, через Пегасус или нет? Да, вроде нет, так через чё вызывается? Hello, you're through to Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Call again. Goodbye. Так, скинь мне тогда приглашение в свою группу. В какую группу? Ну, в организацию. А я чё в организацию? I can't bring it right now, boss. Ну? Я чё даже не смотрю, что я в организации. Так. Так, услуги шефа, нанять партнера, сделать предложение рядом. Ну? Прям как будто брачный этот какой-то. Сделать предложение, кто рядом. Кто рядом, тому и сделал. Всё, ты зашёл? Так, мне ещё не пришло. Так. Ну, рядом. Рядом нет игроков, которые могли бы... задержка, задержка. Так, ну давай друзей. А, конкурентов, конкурентов. Нет, друзей. Соперники. А, вот, соперники, все. Получил от вас предложение. Все? Так, теперь ты наш партнер. Хорошо. Так, ладно. И теперь я не могу тебя убить. Это клево. Это хорошо. Так, а где у меня теперь это? Услуги шефа, транспорт шефа. Ох, сейчас весело будет. Для доступа к этому транспортному купите склад среднего размера. Ты понял, чё? Я в смысле? Чтобы рум по заказной мне заказать через транспорт шефа, мне нужен склад среднего размера. У меня склад маленький. То есть меня опять, короче, на бабки разводят. С ума сойти. Треть бела дня. Так, это что, мне придется теперь каждый раз ездить за ним в эту, что ли? Да? Да, выходит. Так, ну попробую через механика все-таки что-нибудь сделать. I'm Johnny on the spot. Так, I'll hook you up. Офис. Нет. Ладно, поехали тогда за ней, сейчас съездим. Но. У меня все равно жизни не забирает. Так, сейчас должно привезти Зинторна. Еврейская порно. Вон она, приехала. Поехали. Приехали? Сейчас на Зинторна съездим. Так, а где у меня гараж? Он как далеко. О, а чё мы? Чё мы не учимся? Ай, блин! Так,
Сейчас посмотрим, как Зин порно прыгает. Потому что это мы что-то так и это не попытались никуда запрыгнуть. То есть пытались, но не получилось у нас. Ничего себе, прям в точку уходим. Прям перелет. Да ладно. Серьезно? Аж да. Так, ну вставай. Мощно. Вставай, давай. Не хочет. Обиделась. Реально, та не долетает, это аж что-то чересчур уж. Но зато она не может через кусты ездить. Ну да, это единственный минус. Она в нее тупо носом врезается и все, тупо нос. Так. Упирается. Сейчас отсюда упрыгнет. Да? Чё нам? Терять-то уже нечего. Рванули. Так. Йиху! Ох, как улетели нас. В точку ушли. Ну. Бам. Так, прыжок не выполнен, но и нафиг надо. Ну и ладно. Застрял. Так, сейчас. Чё? Сейчас тачку, короче, возьмем. Мы также продолжаем писать еще. Ну это, у меня, по-моему. А, не туда. Да, немножко не туда. Это я на жесткий сейчас пишу. Сейчас давай возьмем рунер. И поедем, наверное, на гору Чилиад прыгать. Испытаем, так сказать, как она летает. Да. Потому что здесь что не ракеты. Летать-то она летает. Ух ты, я что-то не вижу вообще этих. Если бы вот на этой, как она там, на Райнере была бы эта ракета бы, которая ускоряет, это вообще бы отлично было бы. То есть либо на парашюте и поддавать газу. Ага. Ну так вообще бы она шикарная была. Так. Ну. Да ладно. Так, что-то мы пьяная тачка. Все, походу мы не доедем. Да. Уже. Главное не расстреляться. Нет, она все, короче. Черт. Ну вот. Телепорт начинается. Подожди. Сейчас я X8 что-то вызову. Ветерком сейчас доедем. Больше ничего не хочет. Так. X80. Ну что ты меня трогаешь? Чего ты сразу дерешься-то? У тебя же не уходят эти жизни. Ну да. Ну, просто тебя как бы это канаюбит немного от ударов. А так все нормально. Так, сейчас меня еще грузовик задавит. Нет, не задавил. А, он может. Реально. Стоит, да, у тебя мат? Да. Все тогда. Тогда все. Просто как бы охота иногда укоротить. Вот, видишь, вот так же укоротить движение наше. А получается, что наоборот. Мы их только увеличиваем. Ухудшаем. Ну. Ну давай. Ай, почти. По стеночке. Сейчас, у меня план есть. Сейчас ты утонешь. Твои планы. Не. План хорош, когда его курят. Но не тогда, когда это. Его пытаются воссоздать в чем-то. Сейчас, все будет. Опоздал. Недооцениваешь. Да ладно. Серьезно? Да. Ну да. Так, давай. Вроде выехали на мост. О, едем. Ох, что-то у меня такие лаги пошли. От твоей большой скорости. Так, что-то она вообще не поворачивает. Ну, большая скорость. Отвык, походу, от управления. Да не, дорога идеальная. Освещение нулевое, идем по приборам, прям на ощупь. Ну. Текс. Подъехали. Ага. Ой. Ой, аж попа затекла. Кататься.
Ничего себе у тебя коллекции тут уже. Ну да, но у меня весомая, я же говорю. Еще плюс я две тачки продал уже. Ага. Что-то лагает. Что за лаги идут? Лаги, да нет, баги, все фризы, какие-то идеально. Просадка кадров. Так, вот я твой райнер этот вижу. Че, сесть не можешь? Нет, сесть не могу. Там у меня вроде друзей, банда. Но это в личном транспорте. Это из гаража типа. Так, ну, а сейчас? Давай, все. Покажу. Видел, да, как фары сразу открылись так? Ну, мощно. Фары у нее, да, та еще тема. Вот смотри сейчас вперед. Сейчас я фары вот закрою. Ну. Опа. Давай. Оп. Вообще, так, у нас есть бомбочки. Есть эти. А как они стреляются? И, на пробел. Есть вот это. Ну да. Мощно. Так. Чё? Поехали на гору Чилиад. А где эта гора Чилиад? Ну. Где у нас высокий-высокий подъемник? Поднимает куда-то всех. Вот она. По-моему. Ох, ёпарный театр. По-моему, вот здесь, да? Угу. Так, подожди, вроде ты... Это да. 11 километров. 11 километров веселья. Ну да, ну поехали. Потому что на ней-то можно повеселиться. Смотри, оп. Ну оп. Все. А мы же будем, как обычно, не просто ехать. Мы же будем сокращать движение. То есть свои машины. То есть это не 11 километров, а где-то... 20. Ну, да, ну так, если мы будем сокращать, то вообще будет шикарно. Ты заднее стекло разбито? А, это бывает. Мелочи жизни. Ну. Оп. Долетели, ты посмотри-ка. А тут-то не проедем. Ну. Ах, можем. Проехали. Вот. Ох, протиснулся прям. Выехали. На изи. Но. Так, а теперь куда? Ну вообще, да? Ну-ка давай. Мощно. Ты попробуй что-нибудь с ней сделать, потому что я-то еще покатаюсь. А чего у тебя эти покрышки-то? А че у меня? От внедорожник. А у меня ей ничего не делал. А, да, внедорожниковские. Ага. Так, что-то я не то. Короче, так, я не знаю, ракеты. Я на джойстике играю, у меня. Центральная прыгать на А, то есть это то, что стрелять, по-моему, ракеты выпускать, она выпускает. Короче, на сигнал ты прыгаешь, а вот парашют выпускать, я так это. Так, что-то знаю, я как-то не привык к ней. Чуть она. Ну сейчас. Вот научился. Прыгай, она заскакивает, хорошо. А что-то она не хочет прыгать. Обиделась на меня. Типа боковой фигней не прыгает, что ли? Mm-mm. Вот здесь вот сейчас заскакивает. Экс, летим. Так, что-то опять не туда. Ты что там за бомбануло? А как стрелять-то? Вот. Алло. А учились. Минуты переключения на X вот в этом. И есть, соответственно, на водяшке. Понеслась. Боевая фигня, да, такая. Ну. Так, по ее предназначению тогда поедем. Нет, тут надо было как на рампе подпрыгнуть и потом уже еще прыгнуть. И потом уже открываешь парашют. Давай. Блядь, не захотел, обидел. Сильный уклон. У меня же лейбл банды, он еще, видишь, я о чем говорил, что он как-то это. Так, копов согрели. По центру, чуть в правую сторону. Ну, так прикольно смотрится. Вот прям отсюда давай. А, да. Так что я не прыгнул. Сейчас прыгну. Тут надо 5 нажал. Да, что-то как-то это резкая какая-то. О, надо привыкать. Мы потеряли точно. Капот. Капот. К чертям заднего стекла как и не было. Капоту капут.
Да, капут и капот. Чувствую, это будет долгие 7 километров. Было 11, так что мы движемся. Ну да. Так, ну у нас сегодня серия, почему большая? Потому что две покупки, да, испытываем. Первая покупка тоже ничего, но вторая эпичнее немного будет. С ракетами и с парашютом. Все-таки и цена у двух покупок составляла, сколько у тебя, лям, да, вышло? Да, лям. Где-то. Вот, а у меня 4 400. 4 400, ну это да. Мощновато. 4 400 это просто сама тачка у меня вышла. А по тюнингу я вложился, ну сколько? Ну я вложился, мне всего-то 150 было. Ну да, чуть не хватило. Чуть не хватило на чё? На полную мощь. Ну я просто лейбл поставил банды, вот читай. И еще что-то сделал. А, колеса. Лейбл, колеса, то есть у меня на броню еще, по-моему, даже не хватило. Я пылестойкие колеса поставил. Колеса, то есть у нас. А, пылестойкие, все отлично тогда. По-моему. Я точно не помню. Я здесь могу и ошибаться. Насчет пылестойких колес. Что-то у меня двери открываются. Но да она, нет, вот, все. Если правильно научиться, да, то она вообще тоже внедорожнику уступит намного, то есть не уступит, ну, так тогда... со своей прыгучестью и плавной посадкой. А ну да, посадка тоже гонки. Надо. Ты видел гонки на них? Я вот видел на них, да, гонки. Да, пару видосов смотрел. Они тоже вот сделаны вот в таком же каскадерском стиле, где там надо прыгнуть, там доехать. Так это вообще... Эпичные гонки, надо будет покупить, поискать. И можно. Надо бы. Приступить. Кстати, это задание шефа же тоже. Сейчас я посмотрю, что у меня там. Задание шефа. В работе босса. Текс. Едем. А, вот, у меня есть полный комплект. Надо уничтожить все транспортные средства с турелью, используя Рунер 2000. Так, что-то я как-то опять по пьяному заехал. Ну, это будет в следующей серии, дорогие друзья. Если вы зайдете, конечно, на канал и подпишетесь, то вы ничего не упустите. Поэтому заходите на канал, подписывайтесь. Ставьте лайки. Да, ставьте лайки. Большой палец вверх, и будет много еще видосиков про интересное и качественное обозрение. Так, нормально он нас подрезал так. Ну отсюда вообще легко выбраться прыжками. Ну да. Ну сейчас все будет. А тут дорога есть. Там, где нет дороги, мы ее сделаем. У меня двигатель еще не полный фарш, поэтому, видишь, да, туго едет, забирается. Да, нормально уже. Уже нормально, хоть у нас едет. Осталось 2.5 километра. Фу, осветим себе путь. Так, что-то она не стреляет. Или у него кулдаун? 4 снаряда. Кулдаун, наверное. О, надо было сразу их сделать. Ну зато так, здесь меня... хоть можно липучки кидать, это не курума бронированная. У меня план появился. На этих, на путешественников прыгнул. Да. Прыгнул, раздавил. Так, там так, сейчас надо хороший такой трамплин найти. Так, понятно, обиделась. Не, куда? Бесоебит нас. Все нормально, я водитель. Ну, я вижу. Не доверил бы тебе, если бы не знал. Так, вот там еще один путешественник. Он спать хочет. По-любому. Сумасшедшие, да. В такую даль без куска хлеба. Еще и когда придурки на машинах какие-то ездят, он с автоматами.
Пулеметы, так, автоматы. Стоп. Вот здесь у меня идея появилась. Давай. Так, теперь мы застряли. Давай, всё. Давай, сделай свою идею. Нет, у тебя идея плохая. Не, да, плохая. Очень. Капец, у меня пробуксовка. Ну, я и специально вот эти внедорожниковские колеса поставил, чтобы, ну, видеть, что она у меня это не трассовая. Ну опять она обиделась. Да. Я говорю, двигатель слово хочет на меня. Ну зато вот так. Ох, нифига себе, меня тут это перебагало. Чего? Мне показалось, что ты здесь упал, потом свалился, а потом все на месте. Едем, 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 едем. Не забывай прыгать. Все нормально. Да я как-то без прыжков могу доехать, а с прыжками нет, как-то без мы. Без прыжков каждый дурак доедет, я так могу сказать. Так, ну ладно, я тебя услышал, сейчас тогда с прыжками будем. Потому что тут и на мотоцикле. Вот, 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 видал. Вот это у тебя нормально получилось. Рекс, поднялись на первое препятствие, так осталось чуть повыше. Немножко. У нас еще 600 метров осталось. Может, не надо прыгать, а? Как бы столько ехать и опять не доехать. Так, ну прыгать будем, я тебя тогда за руль посажу. Это надо каргобоб, чтобы вот так. Чтоб ты заснял там все. Надо каргобоб с собой таскать. Вот, точно! Каргобоб взять, на высоту поднять и оттуда его уже отпустить. Ну да. Так, 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 что-то я разогнался все. Ага. Вот там будет шикарно. Единственное, что плохо, тут всего два человека, да, сидят? Сажалась бы целая банда. Мощно было бы. А в ограблениях ее никак нельзя использовать. Не-а, пожалеет. Да ладно, что такие орудия здесь есть. Ага. Так, вот. Так, да, ну да. Мы почти покорили. Да, уже почти пик. Ох. Ой-ой-ой. Так, сюда мы еще заедем. Ой-ой-ой-ой, куда? Там есть это. Так, все. Так, сейчас я посмотрю. В какую сторону нам тут лететь бы. Так, пост дал, пост принял, давай. Да, нам сейчас надо, короче. Блин, а это не туда же? Или туда? Так, вот если сейчас по карте смотреть, мы вот здесь. И нам нужно будет точку, видишь, да? Mm-hmm. То есть вот туда, да, туда долететь. В город. Нам надо куда-то в город прыгануть. Надо сейчас нормальную здесь это найти, трамплинку. И, по-моему, она... В принципе, зачем нам трамплин? Мы же сами трамплин. Ну. А, чё, я уже за рулем? А чё, я за рулем? Да. А ты уже сходить. Ты не хочешь, что ли? Я чё-то как-то не хочу зафейлить. Я чё-то... Я думаю, что это, да? Вот прям сразу. У меня так всё и получится. Так. Ну вот там горочка есть. Где там? Какая-то маленькая. Вот, вот, вон, вон та гора, по-моему, хорошая. Угу. Давай же. Так, что-то застряли. Подпрыгни только аккуратно. Ну, нет, можно и так. Сейчас выйдем, это же. Все-таки. Так, с какой бы тут горочки. Вот отсюда, наверное, вот так. Ну да, можно вот отсюда вот. И вот здесь вот подлететь. Да. Я думаю, будет нормально. Ну как думаешь, давай озеро пересечем? Не, озеро-то мы в легкую пересечем. Надо разгончик. Сейчас просто мы хотим посмотреть, да, давай докуда долетим. Ну. И перелетим ли мы вон те горы и вот прям в те здания, да? Сможем перелететь? Ну не знаю. Давай испытаем, как бы. Вот так. Сейчас посмотрим. Так, все, я пристегнулся. Ой, ну все, да, нормально, все, погнали. Да. Человек мешает. Чел, уйди с дороги. Ай, нет. Вот, все, я фейлил. Ай, не могу. Нажимай пробел. Был фейл. Человек помешал. Ах ты.
челы всякие ходят с рюкзаками. Правильно ты делал, что их стрелял? Но... Давай, давай, жми, жми. Во, все, отлично. Полетели. И все, и летим. Просто. Слушай, от первого лица такой прикольный вид. Да? Сейчас посмотрим. Да? О, да. Ну просто я нос задрал. А что это у нас? 12, 11, 10. У нас скорость падает, да? Я так понимаю. Да. А мы что, стоим на месте? Нет, мы летим. Ну да, мы летим. 5, 4, 3, 2, 1. А, это может колеса крутились? Нет, колеса на месте стоят. Слушай, ну что-то мы как-то это... Чё? Походу высоко летаем, а нет. Нет, ну нормально. Жаль, что у него нету этого, да? Показывает высоту, он же все-таки с парашютом, как бы. Я еще вот сейчас лечу и нос задираю. То есть вот как ты на парашюте же летишь, чтобы да, не да, спадать. Да, вижу. Просто вот, и это мы еще учтите, что как бы в начале у нас был фейл беспонтовый. Ну, озеро мы с вами точно перелетим, это в легкую. Слушай, мне кажется, или мы взлетаем? Ну, в принципе, мы взлететь никак не можем, потому что мы же в свободном падении. Но это GTA 5, это здесь все можно. Ты думаешь? Лучше мы взлетаем. Ну, это хорошо тогда, потому что нам еще надо вон ту гору пересечь. Как бы. А ты подгазовать можешь? А? Подгазовать можешь? Подгазовать? Да. Нет. А, да, вон газует. Газует же что-то. Нет, вот сейчас не могу. А что это было тогда? Остатки. Слушай, мы реально взлетаем. А, хорошо. В принципе, хорошо. Так. Капец, вообще жестоко. Ага. Ой, это что сейчас было? Че, я отпустил? Смотри. Кульбиты. А? Нормально, да, было. Я просто думал, на что пострелять. И пока я искал, на что стрелять, что-то... Капец. Что-то она это... Но все равно мы взлетаем. Ну, хорошо тогда. Все-таки... Сейчас посмотрим. Если мы эту гору перелетим, то дальше смысла не будет. Потому что мы точно долетим до краев, прям не знаю чего. Или падаем. Не знаю. А что будет, если в парашют пострелять? Что не будет? В парашют стрелять? Ну? Ну, потому что ты у меня сидишь. А вот если бы ты за мной летел, например, или оттуда вот, то ты бы так же, как и в человека. То есть ты же стреляешь по парашюту, и он падает, рвет. Так же и здесь. То же самое... Ситуация нет, мы в горы сейчас вляпаемся, поэтому нам как-то надо варьировать, чтобы это дело перелететь, или ничего, нормально. Да не знаю как. Но мы сейчас падаем, реально. Опускаемся ниже и ниже. Слушай, у меня идея появилась. Нажми пробел. Зачем? Ну, у меня мысль есть. И чё? Открывай. О, прям на Капец. Я же этот профессионал по воздушным прыжкам. Вот там вот эта вот гора, вот можно с ней через город сигануть. А, заехать на нее, да? Ну. То есть вон на какую? Вон вот ту. Понял. На тот пик. Ну, дай пока. А, там ее не поставишь, да, галки. То есть. Ну. Сейчас мы так доедем. Доедем, долетим. Да, доедем, долетим, да нам вообще похуй. Че нам делать? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Немножко не по плану. Че-то. Да, из двери меня ставил. Без двери? Да, пердуть будет. Без двери. Ох ты. Боже. Нет, двигатель надо прокачать, потому что это вообще жестоко без двигателя. Да. Так, какая гора у нас была? Вот это же, по-моему. Да. Так, едем. Забываем прыгать.
Копс. Нормалек. Давай, 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 давай. Да, вроде все в ажуре. Марти потеряли, но я бачком дрифтую, он идет, а зигзагом. Больше он никак не идет. Ой-ой-ой, зря. Или нет, нормально. Нам-то читеры. Читер. В принципе, нам нормально, да? Ну. Стоять, очень стоять. Жестоко. Так, где пик? Пик-то у нас где? Вот здесь, ну там. Да вроде вот этот. Или нет, во-во-во-во. Разгоняйся, разгоняйся, разгоняйся. Че, отсюда прям? Да-да-да. А потом развернемся, да? Левее, 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 да-да-да-да-да. Прыгай. Или нет? Ох ну, ты, ёпарный. Его. Он когда в этом, он не прыгает. Когда от земли отрывается. Ага. Сейчас. Ну вот можно отсюда, о, нормалек. Ну да, вот так вот можно. Так, где моя контора? Вот, до конторы приземлимся, нет? Да, наверное. На контору. Ну, улетим. Веселухи, тачка для веселухи и для убийства времени офигенная, да? Да-да-да. Тут потому что... Кроме того, что сам можешь вон что-нибудь почудачить, то еще и есть работа босса, которую вот надо будет потом в следующей серии попробовать, что она из себя представляет. И сколько она выгодна, насколько, и насколько она вообще проходима. Слушай, ну вроде летим, вроде не падаем. Ну, летим, да, нормально. Смотри, у меня туфли видно сквозь текстуры. Да. На днище. А, да, 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 каблуки, нифига себе. Ты мне машину поэтовал. А, нет, все убрал. Нет, опять появились. Ты мне машину продырявил своими длинными каблуками. В следующий раз больше ни одной тёлки сажать к себе не буду. Дырявите машины. Мне вот почему-то все нормально. Это пока что. А, ты и так успокаиваешь, да, меня? Это пока что, погоди. Но... Какие твои годы? Машина только купленная, значит, да? Еще ничего не прошла, никаких этих тест-драйвов, тест. И уже разбита. Да, уже все, по хламу. У него, видел, да, это... Люк-то у него открывается, смотри, назад такой, да, смещается. И оттуда его парашют выныривает. Да? Видел, да? Да, да, да. Такой, створка. Жик. Прикольно. Нет, мы не залетим, короче, на эту фигню. Я уже... Ну, можно падать. Теряю высоты. Ладно, давай вот так сейчас. Мы же еще вот так. О, сейчас через дома, да, вот так будем. Пролетим но... через дома. Не, каргобоб нужен. Чтоб зацепить. Да. Вот так вот. Куда-нибудь приподнять и оттуда уже между вот этими домами. О, поезд с игроками 200 штук. Угу. Было бы 200 штук, а так просто 200 очков. Ну уже. О. Прикольно было бы. Чё? Прикольненько было бы, если бы 200 штук дали бы. Ага. Опа, ну вот, мы на месте. Мягкая посадочка. Ага. Офигенная тачка, рад, что купил. Ну, 4 ляма 300. Это, блин, я нищеблю. Радиоватка. У меня осталось... Сколько у меня осталось? У меня осталось 9100. О, а вот здесь же тоже можно вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так, и вот так. Всегда хотел это сделать, когда едешь к Лестеру и опаздываешь, да? Ну. Вот так, хоба. И ты уже у него, да? Курину пригнал. Нормалек. Ай-ай-ай. Все. Да, про буксовку тоже. Прикольно. Мы Лестера пока что не будем отвлекать, мы кайф ломать не будем. Ну, он да. Там спейдж. Ой. Ограбление там интересует. Ну, ладно, ребята.
на этой ноте, наверное, все. Мы с вами пока попрощаемся, потому что и так уже больно высокая, то есть долгая запись у нас была. Ну, зато как бы... Зато какая? Да. Тестим новые тачки. Тестили. То есть та в лимон. Миллион с лишним, да, где-то так вышло. Ну и это, то есть да. Без полного фарша выходит у нас голая точила в 4400. И еще плюс тюнинг на него где-то... Сколько на него тюнинг будет? То, что... Тюнинг, не знаю, что посмотреть, 200 да? надо. В полную, если ее все закатывать по максимуму, где-то еще 700, наверное, выйдет. А, у тебя покрышки еще не бронированы. Да? А, что, взорвались уже, все? Ну, да, да. Ну, зато она сейчас дрифтовать может. Ну, все. Ну, да. Ребят, заходите на канал. Опа-на! Подписывайтесь. А, елки, меня канаёбит. Ставьте лайки. И с вами был канал Красный Дракон. И... Легионер. Всем да, спасибо. Просто легионер. Всем пока. Всем пока.